родители, уважаемые педагоги, уважаемые ученики! Не случайно сегодня на всех каналах телевидения Российской Федерации говорят о том, что сентября – это общий национальный праздник. И сегодня здесь этому тому подтверждение. Безусловно, это самый волнительный день. Во всех российских школах пройдут классные часы, открытые классные часы, объединенные одной темой – Россия, устремленная в будущее. Столичное образование сегодня дает уникальную возможность каждому ребенку раскрыть свои таланты, свои способности. Сегодня все московские технопарки проводит дни открытых дверей. Вы можете войти в любую лабораторию. Нанотехнологии, робототехники, медицинские, инженерные. Сегодня очень много открыто городских профессий. И даже наши первоклассники сегодня получат приглашение в Питтсбург, один из городов профессий. Дорогие друзья, мы дали с вами за этот год очень хороший результат. Фактически, мы удвоили его. И я очень благодарна педагогическому коллективу, творческому, высокопрофессиональному, который сегодня вас встречает и с которым вы будете работать весь этот учебный год. Я благодарна нашим выпускникам, которые уже стали, наверное, скорее всего, студентами. Это наши бывшие 9 и 11 классы. 11 наверняка студенты, а вот 9 пришли в 10 класс. Они выдали нам рейтинг почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Это их успехи. Они высокобальники. И я надеюсь, что наши уважаемые 10-классники, вот тот рост, который они показали, тоже его удвоят. Дорогие друзья, в этом году мы с вами планируем много интересных проектов. Участвуйте в них. Пусть будет попутный ветер в ваших парусах. Мечтайте, открывайте, двигайтесь вперед. С праздником вас всех! Спасибо! Дорогие педагоги, дорогие родители и особенное внимание, добрый день, дорогие первоклассники! Вы знаете, еще вчера были каникулы, все мы отдохнули, мы загорели, выспались, повзрослели. Многие выросли на 10, а то и на 15 сантиметров. Но сегодня не менее интересный торжественный день. Сегодня 1 сентября, день знаний. Вы знаете, этот день очень трогательный и для нас, и для всей нашей школы. Ведь он для нас приятный и замечательный вдвойне. Сегодня в нашей школе вновь первые классы, 4 первых класса. Это просто замечательно. Поэтому, дорогие наши ученики, дорогие наши педагоги, мы от всей души, от родителей, от управляющего совета поздравляем вам с замечательным праздником, с Днем Знаний. Мы надеемся, что первый день и следующий весь учебный год принесут вам много открытий, интересных встреч, интересных начинаний и уверенных побед. Мы от души поздравляем весь педагогический коллектив с этим праздником, желаем успехов, интересного учебного года, и особенно хочется от нас всех поздравить директора школы Новосельцеву Валентину Степановну. Вы представляете, у Валентины Степановны сегодня первый день знаний как директора школы в нашей школе. Давайте поздравим Валентину Степановну с этим праздником. Дорогие друзья, желаю нам всем успехов, желаю нам интересного Нового года, в добрый путь. Спасибо большое.
Дорогие первоклассники, сегодня все слова для вас, ведь в первый класс вы, в первый раз. Для вас готов просторный класс. А как поздравите вы нас? Никогда, сколько ты готовишь.
Школа прекрасная, учеба и здравствуй, классная. Но погоды быстро летят, и приворотишь назад. Разве они проникают?